Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я вам покажу, как связать быстренько за пару часов вот такие маленькие пинеточки для новорожденного ребенка, для того, чтобы забрать с роддома. Вот такие точно я вязала маленькие пинеточки для маленького ребеночка. Я вязала на пару петель меньше, чем вот эти. Они получились вообще крохотные на куколку. Ну и то он носил до 1,5-2 месяцев. Эти я на пару петелечек сделала чуть больше. Здесь я набирала 26 петель, а здесь я набрала 28. Ниточка у меня Браво Беби. Здесь у меня в 50 грамм 196 метров. Ну, грубо берем 200 метров 50 грамм. Или же 400 метров в 100 граммах. Вот такая вот ниточка. Я ее выбрала специально, такой нейтральный цвет, чтобы можно было и для мальчика одеть эти пинеточки, и для девочки. И спицы я взяла тоже тоненькие, соответственно, под эту пряжу. Спицы у меня 2,5. На 2,5 у меня спица. Так что мы набираем этой ниточкой, ну еще крючок и ножнички нам пригодятся в этом случае. Итак, я не буду выключать камеру, быстренько будем вязать, подошву вместе свяжем. И так пинеточек тоже будем вязать с вами вместе. Набираем на спицы 28 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. И провязываем первый ряд лицевыми петлями. Этот пинеточек у нас связан все лицевыми петлями, только кромочную мы будем вязать в конце каждого ряда изнаночной. Ну и мысик будем убавлять, там несколько рядов мы будем провязывать изнаночной петлей. Так мы будем вязать весь пинеточек буквально лицевыми петлями. Итак, провязываем первый ряд лицевыми. В следующем ряду будем делать прибавочку для подошвы. Последний мы вяжем изнаночной. В следующем ряду мы делаем прибавочку. Первую петлю снимаем, следующая петля лицевая, затем мы делаем накид и вяжем 11 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид, 2 лицевые, накид. 11 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, лицевая и последняя петля кромочная. Следующий ряд, там где хвостик начинается, мы вяжем. Это у нас будет лицевой ряд. Вяжем все петли лицевыми. Так, рассоединилась у меня немножко ниточка. Вяжем все петли лицевыми. А накиды будем провязывать перевернутой петлей. Вот у нас идет накид. Мы ее сзади берем и как бы переворачиваем ее. Видите, у нас перевернулась. Вяжем накиды перевернутой петлей, чтобы не было на подушке дырочек. У нас в каждом ряду будет по 4 накида. Один провязали. Вот у нас второй накид. 2 лицевые. Вот у нас третий накид. Мы вяжем его перевернутой петлей. И в конце ряда у нас будет еще четвертый накид, последний. Еще накид
лицевая и кромочная. Вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем. Теперь мы вяжем 2 лицевые, накид, 11 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 4 лицевые, накид, 11 лицевых, 2 лицевые, и кромочная вяжется изнаночной петлей. Следующий, там где хвостик у нас с правой стороны, мы вяжем все петли лицевыми. Если вы возьмете пряжу такой длины, такого метража, если вы возьмете спицы 2,5, будете вязать не туго, не слабо, именно чтобы вот ходила свободно, вот петли ходили свободно, чтобы они не были тугие, то у вас получится такой же размер, как получился у меня. Если ниточка будет толще, естественно, спицы должны быть толще. Если вы будете вязать по этому расчету, вначале набирая 28 петель, то у вас пинеточки получатся на несколько размеров сантиметров больше. Провязали мы до конца. Я вам еще не замеряла, сколько здесь сантиметров. 9 сантиметров. Здесь у меня маленьких, он уже их заносил. Они вообще маленькие. Здесь у меня 7 сантиметров. Но если вы хотите связать еще меньше вот такие вот, то набирайте не 28 петель, а наберите 26 петель. И прибавляйте не через 11, а через 10 петель. Тогда у вас будут они чуть меньше. Следующий ряд. Кромочную снимаем. Далее 3 лицевые. Накид. 11 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Накид. 11 лицевых. Накид. 3 лицевые и кромочная. Следующий ряд все петли лицевые. Не забываем про накиды. Последняя кромочная. Следующая прибавка. Первую снимаем. 4 лицевые. Накид. 11 лицевых. Накид. 8 лицевых. Далее накид, 11 лицевых,
накид, 4 лицевые, заканчиваем ряд кромочной петлей, провязываем ее изнаночной. Так, вяжем следующий ряд и последний раз мы прибавим. Первую снимаем, 5 лицевых. Ой, простите, этот ряд мы вяжем лицевыми полностью ряд. Накиды провязываем перевернутой петлей. Что-то я поторопилась. Довязываем до конца ряд, не забываем про накиды. Так, следующий ряд кромочная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 11 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 10 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, накид, 11 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 5 лицевых и кромочная. Теперь мы два ряда вяжем лицевыми петлями. Первый ряд мы вяжем, провязывая накиды перевернутой петлей. И следующий ряд, возвращаемся к этому хвостику, вяжем просто лицевыми. Если кто не успевает, можете кадрик остановить и довязать. Потом дальше включите. Так, и следующий ряд. Вяжем все петли лицевые. У нас на спице должно быть 48 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Так, вернулись мы к хвостику. Теперь вот наша подошва готова. Вот почти 15 минут мы вязали с вами подошвку. Теперь мы вяжем все 48 петель лицевыми, 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 лицевыми. Вяжем несколько рядов, чтобы у нас тут, начиная, если мы возьмем хвостиком с
правой стороны у нас вот таких вот дорожек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы пока провязали. И еще нам надо провязать 10 рядов, чтобы у нас было 11 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Итак, вяжем все 48 петель лицевыми петлями и считаем, чтобы у нас было 11 вот таких изнаночных дорожек. Итак, сверяем. Я провязала необходимое количество рядов. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд на спице. Теперь хвостик у меня справа. Теперь вяжем 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У нас 48 петель. На мыстик мы берем 8, остается 40. И пополам по 20 петель мы оставляем по бокам. 20 мы первые провязали. Теперь вяжем 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь у нас 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из этих 20 вяжем 2 вместе одной изнаночной петлей. Разворачиваем, переснимаем провязанную петлю на правую спицу и вяжем 8 петель мысика. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас тут 20 остается. Мы вяжем 2 вместе одной лицевой. Переснимаем провязанные 2 вместе. Разворачиваем работу и вяжем 8 средних петель. Там, где хвостик, мы вяжем с левой стороны 2 вместе одной изнаночной. Где хвостик с левой стороны у нас получается, вот, мы вяжем 2 вместе одной лицевой. Вот. Теперь мы вяжем 2 вместе одной лицевой. Разворачиваем хвостик справа. Провязываем 8 и 2 вместе 1 изнаночная. Разворачиваем, провязываем 8 и 2 вместе 1 лицевой. Опять переворачиваем работу, вяжем только средние 8 петель. И вяжем 8 петель, пока у нас на всей спице будет 30 петель. Мы же сейчас уменьшаем, провязывая по 2 вместе. У нас постоянно уменьшаются петли на спице. Мы сначала на подушечке их прибавляли, а теперь на мысике мы их убавляем. Вместе 1 2 3 4 5 6 7 8 и 2 вместе. Вот у нас мысик появляется уже. Посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Еще нам убавлять и убавлять и убавлять. Еще нам 6 раз надо убавить.
полностью лицевую. Дальность изнаночная. Дальность лицевой. Дальность изнаночной. Дальность лицевой. Зря после носика. И посчитаем еще раз петли. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 32. Еще две петли нам убавить надо, чтобы было 30 петель. Еще мы убавляем один раз с левой стороны и один раз с правой. Так, все. На спице у нас 30 петель. Теперь мы провязываем ряд до конца. Здесь мы уже не убавляем, а вяжем просто до конца ряд лицевыми. Считаем 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Теперь еще вяжем 2 ряда лицевыми все эти 30 петель. Еще по изнанке вяжем лицевыми петлями. Смотрим. Вот у нас после 11 петель еще у нас 2 дорожки. Всего у нас идет с самого низа 13 дорожек. И теперь мы сделаем дырочки. Вот нам дырочки нужны для шнурочка. Здесь я тоже делала. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 2 вместе лицевой. Накид. 2 вместе лицевой. Накид. И так чередуем эти 2 петли. 2 вместе лицевой, накид.
сильно большой накид свободный не делайте, чтобы не было большой дырки. Можно накид сделать такой, прям свободный. А можно вот накинули и подтянули ниточку. Накид. Две вместе. Накид. Две вместе. В конце накид и изнаночная. Все. И теперь мы вяжем все петли лицевыми. В этом случае накиды мы вяжем просто лицевой, чтобы была дырочка. Видите, какая разница, за какую сторону вязать накид. Если мы вяжем вот так вот, то у нас перевернутая петля и дырочки не будет. А если мы вяжем просто, то у нас получаются вот такие вот дырочки. Вяжем до конца. И теперь вяжем по желанию такую высоту отворотика, какая вам нужна. Вяжем все петли лицевыми. Вот так. Значит, смотрим, сколько я провязала рядов. Вот после дырочек у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть 32 ряда я провязала. Вот отвернула, как раз сильно большой не нужен отворотик. Итак, мы вяжем столько, сколько вам нужно, все петли лицевыми. Все 30 петель, ничего мы уже не убавляем. Вяжем все эти 30 петель лицевыми по изнаночной и по лицевой стороне. Так, провязаны все ряды. Я закрыла уже петли. Теперь вы можете сделать или вот это вот так вот лицевые петли, чтобы были впереди, будет лицевая сторона, или же вот так вы можете сделать. Вот так будет носик у вас. Я делала этот пинеточек вот так вот. Поэтому это будет у меня лицевая сторона. Лицевые дорожки будут проходить по изнанке. Значит, мы выворачиваем. Так, выворачиваем вот на лицевую сторону, которая у нас будет. И сшиваем до дырочек по лицевой стороне. Затем выворачиваем на изнанку и дальше сшиваем по изнаночной стороне. Я буду сшивать крючком. Затем скручиваем веревочку и вдеваем сюда, в эти дырочки. Наш пинеточек готов. У нас здесь косички образовались. Вот я беру за косички. И прошиваем. Я прошиваю крючком. Кому удобно иголочкой, широким ушком, то можете прошить иголочкой. Не привыкша как-то я сшиваю крючком, поэтому для меня так не крючком сшивать. Чтобы дырочки вот у нас совпали, ровненько складываем. Я беру здесь две косички, с другой стороны две косички. Получается ровненький шовчик, аккуратненький. И так сшиваем дальше. Сначала до дырочек, потом выворачиваем и сшиваем потом остальные.
остальной части подошвы. Вот такие пинеточки маленькие у нас получились сегодня на новорожденного ребеночка. Хоть мальчик, хоть девочка. Я выбрала такой специальный цвет, что подойдет и на мальчика, и на девочку. Еще к этим пинеточкам я вязала шапочку. Ну, шапочку я видео давать не буду. Но я скажу, что я набрала здесь 70 петель. Провязала резиночкой 1 на 1 сантиметра 2-2,5. Затем я провязала также лицевыми петлями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 дорожек, то есть 36 петель. Затем все эти петли поделила на 3 части. И среднюю часть начала убавлять постепенно, тупо то по бокам убавляла, провязывая по 2 вместе. Так точно убавляла, как мы убавляли здесь мысик. И вот убавила почти, чтобы закончили все петли, чтобы в серединке не было ни одной петли. И все, и потом здесь я набрала петли и провязала здесь веревочки, завязочки. Вот и вся шапочка. Вот такой комплектик. Ну а сегодня мы связали только пинеточки. Шапочку можете найти в интернете, много таких описаний шапочек. Ну а на сегодня мы заканчиваем свой урок. До свидания, вяжите, подписывайтесь на канал и до новых встреч!